Так. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сейчас вскроем две коробки артефактов. Давно ничего не открывалось. Думаю, надо поглядеть заодно. Может, что интересное попадет. Пакеты. О, Фосберг есть, отлично. Закрыли сет полностью. Так, Гетслов, Анахайм, Филипп Фосберг, Нэшвилл, Дуклар, Оттава, Пекарина, Нэшвилл и Джонас Коламбус. Так, Ханс, наверное, так, Даллас, Яндл, вот тут, а нет, это я уже думал, это у нас Флорида, Василевский, Тампа, Хорват, Ванкувер и Гвензел, Питтсбург. Андрес Ли первый у нас, не? Да, первый тоже отлично. Так что сет я набрал. Айлендерс, Андрес Ли, Шен Вебер или Шу Вебер. Ну, как-то так, Монреаль. Далее Дюшен, Нэшвилл, Олафсон, Баффало и Грудбайер, Колорадо. Так, Теравайнен, Каролина, Кузнецов, Вашингтон, Качак, Калгари, Кемпер, Феникс и Нелсон, Айлендерс. Так, Мата, Детройт, Монахан, Калгари. Ах ты, просмотрел. Здесь у нас Коскинен, Эдмонтон. Ну, ладно. А, номерной. Номер у нас 498-499. Далее Рейнхард, Баффало. И Кэссел, это у нас Феникс. Так, Варламов, Айлендерс, Харт. Филадельфия, Торнтон, Сан-Хосе, Холдби, Вашингтон и Шмальц, Феникс. Ну, последний пакет. Я думаю, супер, что-то такого здесь нам не будет. Хотя всякое бывает.
Да нет, тут база. Так, Уилсон, Вашингтон. Андерсон, Торонто. Добрикант, Чикаго. Гусев, Девилс. И Джо Павелски, Даллас. Ну, вот одну карту пока вытащили. Мика Коскинен, Эдмонтон. Так, сейчас еще одну коробку.